На прошлой неделе в администрации городского округа Ликино-Дулево состоялось последнее заседание Совета депутатов муниципалитета под председательством Олега Филиппова. В соответствии с принятым законом Московской области, после проведения выборов депутатов Орехово-Зуевского городского округа, которые состоятся 8 сентября, действующий Совет депутатов городского округа Ликино-Дулево, как и Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево, прекратят свою работу. На своем крайнем заседании народные избранники рассмотрели 4 вопроса. Депутаты приняли недвижимое имущество, собственность муниципалитета. В соответствии с планом приватизации на 2019 год утвердили ее условия. В связи с объединением территориям также было принято решение о передаче недвижимого имущества городского округа Ликино-Дулево в собственность Орехово-Зуевского городского округа. Но фактически это произойдет только с даты формирования нового органа местного самоуправления.